сначала представлю участников. Участника рабочей коммунистической, Российской коммунистической рабочей партии Шаманаев Владимир Федорович. Участника Коммунистической партии Российской Федерации Нигулаев Владимир Николаевич. Участник от Рабочей партии России Квацов Павел Александрович. И я, ведущий Сустав Александр Геннадьевич. Горбатова могилы исправят. Исправлять там совершенно нечего. Потому что эта конституция, она служит для того, чтобы угнетать и грабить буржуазии современной, которая возникла у нас в России после 90-х годов, грабить и угнетать трудящихся. Поэтому, чтобы это дело исправить, нужно эту конституцию, которая получила в народе после ее принятия два таких громких эпитета. Один звучит так: конституция на крови, а второй эпитет среди сознательной массы трудящихся, которую она получила, это конституция Усть-Орды. Я сейчас поясню, почему такие понятия возникли. Ну, конституция на крови, вы знаете, наверное, догадываетесь, почему она получила такое название. Потому что сразу же после расстрела советской власти из танковых орудий 4 октября 1993 года, быстренько, в течение 2 месяцев, власть, которая применила танки и взяла все-таки с помощью танков власть, скомплектовала такую конституцию, взяв за образец французскую и добавив кое-что из американской, то есть то, что отвечало ее интересам на тот момент. Участниками, как известно из истории, в основном были там товарищи или господа, теперь как они любят себя называть, типа Шахраи, там всякие Шохины и еще кое-что, кое-кто из ельцинского окружения, которые, кстати, про Ельцина можно сказать, что он в народе второй в истории нашей страны получил при жизни кличку Кровавый после Николая Романова за этот расстрел из танковых орудий. То есть они быстренько в течение 2 месяцев скомплектовали эту конституцию и без всякого обсуждения в народе вынесли на голосование. Естественно, те, кто понимал, что же такое случилось и что это за конституция и чем она грозит трудящейся массе, призвали это событие, в этом событии не участвовать. И обратились ко всем на тот момент в декабре, вы помните, это значит намечено было на декабрь, буквально 3 месяца не прошло после расстрела. Обратились ко всем оппозиционным партиям, которые там уже были в этой думе, случились, вот, чтобы убедить народ не участвовать в этом голосовании. Почему? Потому что для того, чтобы утвердить эту конституцию, нужно было, чтобы для принятия конституции за нее проголосовало более 50% от списочного числа участников голосования. То есть более половины населения, взрослого населения России. Поэтому если бы прислушались к мнению тех, кто призывал не участвовать в этом фарсе, в этом спектакле, и народ бы не пришел, то, конечно, бы эта конституция буржуазная не прошла. Но, к сожалению, те крупные оппозиционные партии, которые участвовали в думах, в том числе, к сожалению, и КПРФ, на этот призыв не откликнулись. И голосование состоялось. В результате этого голосования получилось так, что реально получилось, что пришло немногим больше 50% на голосование, где-то процентов 56, и из них примерно столько же проголосовало за эту конституцию. То есть фактически конституция не была принята, потому что 56, получилось где-то примерно 1/3 за эту конституцию население проголосовало от списочного состава, а нужно было более 50%. Единственный, значит,
субъект федерации, который уложился в требования Конституции, это был Усть-Ордынский национальный округ в составе Читинской области. То есть там как раз больше 50% населения, участвующего, имеющего право участвовать в голосовании, проголосовала за эту конституцию. Вот единственный, поэтому и сознательные трудящиеся назвали ее Конституцией Усть-Орды. Теперь, что хотит поправить буржуазия нынешняя? Та конституция, которую они наспех сварганили, как выступил 18 числа первый секретарь ЦК РКРП, она была слеплена буржуазией, которая тогда была под пятой международного капитала. То есть эти Ельцины и его приспешники, они ориентировались на международный капитал. То есть еще не национальная буржуазия. Теперь у нас в силу вошла национальная буржуазия, и она хочет конкурировать с капиталистами за бугром. И поэтому ей нужны поправки. Что, например, такая поправка, как они не хотят зависеть от международных судов и так далее. Вот, ну, значит, для того, чтобы, ну и еще там есть такие вещи, которые, вы знаете, вопрос обнуления тут висит, когда те, кто стоит, те, кто поставил Путина, та часть буржуазии национальной поставила Путина в президенты, они хотят, чтобы он как можно дольше сидел, потому что если он уйдет, то придется на некоторым потесниться, как потеснилось ельцинское окружение, там некоторые там Абрамовичи, Березовские, Ягусинские вынуждены были бежать за границу, так, а теперь другие ребята это самое возглавляют эту свалку, ну, вернее, ограбление трудящихся, будем так говорить. Вот, поэтому им нужно кое-что еще исправить, например, чтобы тот президент, который у нас есть или будет, чтобы он мог назначать там судей каких угодно, прокуроров, а то там еще сейчас там Дума должна обсуждать и прочее, а так дадут власть ему, президент все сделает как надо, вот, и так далее, там целый ряд поправок. А то, что обещают там пенсии, что-то там еще повысить, там улучшить какие-то экологии и так далее, это все как бы замануха для народа, потому что все это давно действует, законы эти давно приняты, и это все как бы лапшу на уши народу вешает, лишь бы он только прибежал и проголосовал. Но даже это не все главное. Главное-то еще вот что. Конституция-то примерно и знают же все, и они знают, и буржуазия знает, и народ знает, и заграница знает, что она ж нелегитимная. Народ-то за нее не проголосовал. А теперь, если народ придет и проголосует за поправки, то, ху, ребята, так он же признал эту конституцию, да, он же пришел, большинство, все, теперь мы рады. Вадим Федорович, минута осталась. Вот, поэтому, значит, конечно, РКП опять призывала партии оппозиционные, опять призывала объявить бойкот этому делу, так, и направить усилия свои на то, чтобы разъяснить народу, в чем суть, что хочет буржуазия и как она хочет надурить народ. Ну, к сожалению, опять же, крупные оппозиционные партии не откликнулись на этот призыв, и РКРП все-таки считает, что участвовать в этом не имеет смысла, не имеет смысла. Ну, есть, конечно, часть людей, которые, ну, обязаны прийти, начальство контролирует. Ну, если такая уж необходимость, ну, хорошо, приходите, голосуйте против. Против этого тоже будет тоже неплохо. Но дело в том, что результат известен по правилам, которым буржуазия, которая установила, выиграть в них что-то невозможно. Они все равно, что бы ни случилось, как и в случае с Конституцией, объявят, что все хорошо, народ проголосовал, все прошло, все будет замечательно. Ну, а для тех, кто сомневается еще, я думаю, что подумайте хорошенько, что у вас 1 июля нет других забот, чтобы как идти и играть по правилам, которые объявила буржуазия, по которым правилам она все равно выиграет, объявит, что она все равно выиграла. В связи с тем, что наша пресс-конференция, она посвящена действительно всероссийскому голосованию, которая пройдет 1 июля в этом году, то хотелось бы обратить ваше внимание на те лозунги, которые уже сегодня развешивают везде, где можно. Это «Наша Россия»,
наша конституция, наше решение. Почему я ударение делаю на слово «наше»? То здесь, конечно, мы должны разобраться. А чья же это «наша»? Кто это входит сюда в слово «наше»? Ну, напомню, здесь предыдущий оратор сказал о конституции, которые приняли под стволами орудий, то там действительно это было восстановление рыночных отношений в нашем обществе, то есть капиталистическом. И поэтому этот процесс становления капиталистического государства, хотим мы этого, не хотим, но законы капитализма говорят о том и делают, чтобы были в обществе с одной стороны бедные, а с другой стороны богатые. Но так и случилось. Вот и получается о том, что в нашем обществе появилось два класса. Класс бедных и класс богатых. Те, кто делал контрреволюцию, вот тот тоже предыдущий оратор сказал, 4 октября 1993 года, они как раз и построили этот себе, эту страну, взяли свою собственность. Они потому что потом запретили все законы социализма, собственность государственную поделили в частные руки. И поэтому действительно страна казалась это их. Вот отсюда наша, это то есть тех, кто делал контрреволюцию. Наша конституция, от слова опять же наша, ведь они, сделав революцию, контрреволюцию, они действительно, чтобы укрепить это наше государство, должны были создать законодательную базу, на основе которого и должна была создаться наша конституция, то есть их конституция, богатых. И вот здесь это действительно они приняли эту конституцию, и сегодня говорят вот о том, что наше решение, то есть 1 июля, как бы там и что ни случилось, решение будет их решение. То есть они сразу говорят простому люду, что как вы не будете голосовать, наше решение будет основным, и что бы вы там ни делали, будете приходить. Не будете приходить, будете бойкотировать, голосовать за или против, это будет наше решение. То есть их решение будет, если можно так выразиться, легитимным в кавычках. Оно так и будет. Вопрос, конечно, возникает в том, почему решили все-таки проводить вот поправки в эту конституцию. Вроде конституция... Как мы знаем, она диктаторская конституция. Ни один монарх в мире по конституции не имел столько полномочий, как президент в Российской Федерации. Это было отражено в той конституции, которая в 93-м году была принята и которую они называли нашей. Почему она являлась такой диктаторской? Лишь только потому, что... Эта конституция делалась под одно лицо Ельцина, который должен действительно был ликвидировать социалистические отношения в обществе. И эта задача непростая. Там коллективно бы не получилось ничего. Там нужен был действительно вот тот закон, на основе которого можно было бы рушить социалистические отношения в обществе. И эта конституция действительно позволяла. Сегодня вроде эта конституция по просьбе Ельцина, то есть Ельцин пальцем указал, кто может продолжить эти дела, чтобы действительно сохранять капиталистические отношения в обществе. И перст Ельцина указал на Путина. Если вы помните, то... Ельцин долго искал, кто может его продолжить дело. Многие там выбирал премьер-министр, присматривался к ним. Ну, если помните, там такие, как Черномырдин, там были и Степашин,
и Путин тоже был, ну, многие, около 10 человек. Но много больше всех присматривались Черномырдину, который действительно был и организатором, и участником, и соответствовал как раз лицу, который будет закреплять капиталистические отношения в российском обществе. Но однажды Черномырдин прямо и сказал, что в связи с этой вот контрреволюцией произнес следующие слова. «Мы думали, будет лучше, а получилось, как всегда». И вот тут Ельцин сразу сказал, ой, извините, такой человек непостоянный, и он нам не нужен. Поэтому со временем нашли такого, который мог, во-первых, жертвуя своим положением, как Собчак, который был в Санкт-Петербурге, и его одним из помощников был Путин. Они видели, как Путин очень красиво, очень эффектно смог именно убрать тогда губернатора Санкт-Петербурга за границу, чтобы его не судили. И все сказали, о, вот это очень хороший человек. И вот этот сегодня человек как раз и стал главой российского государства. Что же по Конституции это начало проводиться? Дело в том, что первое, Конституции ему дали 2 срока. Это было так по Конституции. Каждый срок по 4 года. Потом уже, вопреки Конституции, уже сами так поправили, сделали и сказали, что еще 2 срока можно, но уже по 6 лет. А вот теперь они говорят о том, что его надо оставить пожизненно, потому что он действительно олигарх мощный, он император, он, ну, как говорится, монарх в нашей стране, и ему нужно пожизненно. А это можно только сделать, если мы обнулим его предыдущие все, как говорится, президентские сроки. Если мы обнулим, то да, тогда Путину можно будет и на очередной 3-й срок, уже, наверное, будет не по 6, а по 10 лет каждый срок, 2 раза подряд, выдвигаться ему президентом. Но некоторые подумают, что так выдвинет, а выберут или не выберут. Выберут, товарищи, выберут. Посмотрите, Конституцию, как предыдущий сказал, проголосовали у нас 1/3, 2/3 не голосовали. Действует она у нас, в России действует. Вспомните референдум, который прошел 17 марта 1991 года. Там 73% сказали, мы хотим жить в Советском Союзе. И что? Это было действием, что ли, для руководства этих? Нет. И они, выборы, посмотрите, проходят, которые выборы, всегда на выборах побеждает тот, кого скажет власть. То есть это вот по Конституции поставленные представители. Так что выборы, они, все, что показывает, будет так, как задумала нынешняя власть. Но мы-то, простые люди, можем изменить их вот действия. Можем прийти и проголосовать против большинства, чтобы было, чтобы им не так легко было манипулировать этими, как говорится, голосами. Только лишь большинство, которое придет и проголосует против монархической республики в России во главе с Путиным. Эти выборы, это голосование и является главным на 1 июля, а все остальные поправки, они просто говорят о том, что приходите, а забудьте о том, что мы голосуем про Путина. Спасибо. Давайте отбросим обсуждение весьма сомнительных поправок в Конституцию и подумаем, зачем они туда вносятся. Кто-то говорит, что попытки вносятся, чтобы утвердить подсунутую под грохот танков в 1993 году Конституцию. Кто-то говорит, что за обнуление сроков Путина, кто-то говорит, что для утверждения государственного управляющего органа в лице Совета Безопасности. Возможно, суть конституционных поправок состоит одновременно во всех этих целях. И как бы то ни было, правки уже внесены
подписанный президентом, государственный аппарат уже по ней работает. Она уже напечатана, она утверждена в 3 чтениях Государственной Думой, она одобрена Конституционным судом. 1 июля у нас будет голосование, которое не является ни референдумом, ни плебисцитом. Это просто своеобразный социологический опрос. Они хотят узнать, согласны мы жить по новой Конституции или не согласны. Те, кто не согласен жить по новой Конституции, им отводится незавидная роль быть 30-35% оппозиции. По сути, Путину хочется ощутить поддержку народа, ощутить поддержку населения Российской Федерации, несмотря на проваленные планы по благоустройству России, несмотря на позорную пенсионную реформу, несмотря на провал в здравоохранении, мы это видим по нынешней пандемии, и тем действиям, которые власть осуществляет по ее предотвращению. Несмотря на многократные обещания, несмотря на многократные ожидания народа. Давайте посмотрим правде в глаза. Играть против Шулера в игру под названием «Буржуазные выборы» – это проигрышное дело. Шулер все равно подтасует карты так, чтобы победить. Явка будет натянута через давление на рабочих со стороны работодателей. Явка будет натянута за счет голосования в тюрьмах, на кораблях, на судах, за счет голосования вооруженных сил. Да, хорошо. За счет голосования в вооруженных силах, за счет бюджетников, за счет Министерства образования. На многих предприятиях, таких как Водоканал, Ростелеком, ну, крупных организациях, организовано досрочное голосование. Уже стоят урны, люди приходят, вбрасывают бюллетени. Наверное, осталось только в автобусах поставить урну и обеспечить бесплатный разовый проезд тем, кто проголосует за Конституцию. Вот. Таким же способом они обеспечат и нужный для принятия поправок процент. Какой процент будет? Ну, скорее всего, примерно такой же, как на выборах господина Путина. Вот. Даже если все жители придут, даже если все жители России придут и испортят бюллетень, это, собственно, не решит вопроса, потому что у нас есть новый инструмент голосования через госуслуги. Спасибо пандемии и коронавирусу. Теперь мы можем голосовать удаленно, и мы даже не сможем проверить, сколько человек проголосовало против, сколько за и сколько человек вообще проголосовало. Вот. Товарищи, неважно, как вы относитесь к поправкам, их все-таки давно уже приняли. Вот. Сегодня мы обсуждаем стратегию игры против Шулера. Бойкотировать выборы, не бойкотировать выборы, голосовать за, голосовать против. Это не имеет значения. Под шумиху уже принятой Конституции у нас проходят существенные реформы в трудовом законодательстве. В трудовом кодексе вносятся такие изменения, как сокращение срока уведомления с 2 месяцев до 2 недель об увольнении сотрудника, либо о переводе его на другое место работы, либо о сокращении зарплаты. Вносится также о том, что наше правительство Российской Федерации может менять режим работы на любой, то есть вести 4-дневную рабочую неделю, как они мечтают уплотнить рабочий день до 10 часов в день, фактически дореволюционный рабочий день. Вот. Они могут перевести половину страны на удаленную работу. Я думаю, что в результате этой пандемии нужные технологии перевода экономики на дистанционную работу уже были отработаны и сейчас будут только дорабатываться. Вот. Изменения в трудовой кодекс – это попытка наших властей переложить бремя разворачивающегося экономического кризиса на плечи трудящихся. С новыми изменениями им это будет сделать гораздо проще. Стоит заметить, что голосовать за изменения в трудовой кодекс нас не призывают. Вот.
В этой связи Рабочая партия России не рекомендует трудящимся голосовать за или против поправок Конституцию Российской Федерации, пытаться бойкотировать, ругаться со своим начальством, обострять с ним отношения из-за принудительного голосования. Мы призываем всех трудящихся сосредоточиться на коренных интересах рабочего класса. За 6-часовой рабочий день, за доведение заработной платы до стоимости рабочей силы, за улучшение условий труда, за создание профсоюзов, независимых от работодателя. Подобные поправки никогда не войдут в буржуазную конституцию, а значит, добиваться их придется нам самим. Как сказали предыдущие ораторы, они пишут эту конституцию под себя. Они пишут правила жизни под себя, и они будут по ним жить. Нас заставят жить по удобным для них правилам. Соответственно, рабочему классу нужно писать правила жизни под себя. Сделать мы это можем только через забастовочную борьбу. Не надо тратить силы на пустые разговоры о присутствии Бога в Конституции, о двойном гражданстве или патриотизме чиновников. Коммунистические партии должны направлять свои скромные силы и ресурсы на развитие рабочего класса, на развитие рабочего движения. Только развитие рабочего класса даст новые кадры в коммунистическое движение и позволит добиться поставленных целей по укреплению коренных интересов и завоеванию новых достижений для рабочего класса. Идти голосовать против нельзя, а вот бойкотировать, вот эти, или не так это? Нет, я озвучил решение партии о том, что, значит, не участвовать в этом голосовании, объявить ему активный бойкот, а тем, кто, ну, то, что говорили и, допустим, РПР, и вы говорили, те, кто находится под контролем, бюджетники, там, военнослужащие и так далее, то тех, кто не может участвовать в бойкоте, тем голосовать против. Вот такое предложение РПРП. Слово вот тот «не может бойкотировать». Да. Или вот тогда пусть идет, то есть хочет тогда идти голосовать против. Почему не может бойкотировать? Ну, потому как что, это понятно? Ну потому что от него требует там подтвердить руководитель предприятия, что да, ты был на голосовании и голосовал. Подтверди. А как подтвердить? Должен сфотографировать бюллетень. Единственное, что он может подтвердить, что он был. Поэтому он вынужден идти голосовать. То есть вы говорите здесь о том, что бойкотировать, если он не может бойкотировать, да, пусть идет и голосует, и против, но при этом он должен голосовать против. Конечно. Понятно. Вот или, или испортить может бюллетень, ну, или положить в карман и уйти с ним. Все. Это его дело. У нас довольно массовое было бойкотирование и протестные движения в 91-м году, да, в 93-м году против принятия, да, против принятия Конституции. Так. И мы видим, к чему оно привело. Вот. Если бойкотировать сегодня эту Конституцию, это как-то сможет противодействовать тому, что их уже приняли, эти поправки? Нет, это противодействовать никак не сможет, никак, потому что все равно уже решение принято, уже у них, скорее всего, там запланирован процент, который будет объявлен участников голосования и так далее. Единственное, что призывает к чему РКРП, к тому, чтобы вот эту кампанию выборную, или кампанию, как ее еще назвать, как и прочие всякие выборы, всяких там президентов и дум, для того, чтобы внедрить социалистическое сознание в рабочую массу, в рабочие коллективы, чтобы рабочий осознал свое положение, вот, и понял, что ему, у него единственный выход бороться против угнетения – это организация. То есть создание организаций, и только когда у него будет сила, и он может противопоставить силу буржуазии, тогда он чего-то сможет добиться, в том числе и того, что предлагает РПР. Вот что я могу сказать. Еще пошел вопрос. Да, еще один вопрос. А организация митингов, они как помогут объединиться рабочим и либо почувствовать единый кулак воли? Ну, организация митингов, она, значит, хороша тогда, когда уже большая масса имеет хорошее сознание, нормальное сознание. Когда
этот митинг может что-то как-то повлиять на, мощный митинг может повлиять на решение власти. А когда митинги немногочисленны, то пользы от них, конечно, мало. Возможно, какие-то единицы, которые случайно окажутся там или присутствуют, где-то послушают и задумаются над своей жизнью и, может, придут к нормальному социалистическому сознанию. Вот единственное, что может получить такой митинг, роль, какую может сыграть такой митинг. Вот. Есть еще у кого-то из участников вопросы к РКРП? Нету, да? Тогда перейдем вопросы от КПРФ, представителю от РП и РКРП. Кто первый начнет? Я опять уступаю. Владимир Федорович, вопросы к КПРФ от вас. Ко мне, а не КПРФ. Владимир Николаевич, как представитель. Мы с ним, в принципе-то, все вопросы давно решили, поэтому... У КПРФ свои взгляды, видите, несколько вопросов нет. Нету. Нет, у тебя, Павел. С КПРФ все понятно. У меня, в принципе, тот же вопрос. Если не использовать активный бойкот, а идти голосовать против, повлияет ли это как-то на принятие поправок? Ну, хочу я сказать, и это уже мы в своих основных докладах говорили о том, что что бы вы и как бы вы при нынешней системе голосования, выборов и так далее, которые организуют именно нынешняя власть, положительных результатов для себя, для класса бедных, для класса трудящихся, не будет. Не будет. Это же всем известно. Это уже показывали на практике, как мы знаем, и голосование по Конституции, которые хотим поправки делать. Это мы знаем и голосование на всех выборах, во всех структурах, что там как скажут, так и будет. Но не это главное здесь идти и голосовать против. Здесь основная задача как раз заключается в том, чтобы мы на практике, мы уже в действии могли бы самоорганизовываться, могли бы ставить соответствующие задачи в этих маленькой борьбе. Чтобы мы могли бы видеть задачи ближайшие, которые, решение которых на перспективу нам поможет. То есть мы должны участвовать в голосованиях против, чтобы показать о том, что мы активно боремся именно с этим режимом, с этим классом, который эксплуатирует нас. И поэтому учеба... Это и есть учеба, вот эти выборы, всякие голосования. Маленькая учеба, но это учеба. И вот чем больше мы будем получать положительных результатов, тем действительно мы этим приблизим то основное сражение, которое называется основным, когда говорят, что мы победили этот режим, мы устроили новую общественно-экономическую формацию, социализм. Без малых побед, которые дают нам именно голосование 1 июля и победить, без малых побед, большой победы, просто мы еще долго не увидим. Мы и так уже с 91 года ничего не видим. Никаких побед, маленьких хотя побед. Да, у меня еще вопрос. Ожидаете ли вы увидеть... Более 50% голосов нет по этой конституции. Считаете ли вы, что власть покажет проценты голосования, если они будут нет? Не подделают ли они результаты голосования? Ну, я хочу сказать о том, что подделать-то они подделают. Я только что перед этим дал ответ, что выборы всякие там, и референдумы, они показывают, что они подделают. Ну, помните же, что вот этот референдум по Конституции, когда проверили, через 3 дня их всех сожгли, бюллетени. Для чего? Чтобы ликвидировать эти вещественные доказательства. Да, что Конституция там, не прошла. Что Конституция не прошла. Но это мы все знаем. Но еще раз я говорю, в любой, как говорится, медали есть 2 стороны. Если же мы смотрим одну сторону, то есть хотим что-то получить для себя в этой борьбе, то мы здесь ничего не получим, потому что мы еще слабы. Вот уже я давно говорил об этом, что нужно всех агитировать, идти голосовать против.
Большинство, чтобы это было. Не против этих поправок, которые нам на уши все, как вот выразился здесь, это говорят, что вот будем лучше жить, там животных любить, там медицина. Ну вы поймите, во всех документах в это есть. Только вот когда говорят, давайте мы это выполним, то говорят, а на это денег нет у нас. Ну так оно и будет с этими поправками. Но главное тут еще раз я говорю, задача о том, чтобы обнулить господину Путину именно его президентские сроки. Так вот наша маленькая задача постараться вот всеми силами, если мы можем, не дать ему этой возможности пройти по поправке Конституции. Не дать возможности. Это будет маленькая победа, которая может быть потом, как Ленин в свое время говорил, из искры возгорится пламя. Может быть, в будущем будем иметь более крупные победы, когда мы научимся побеждать малых. Вот если со второй стороны медали рассматривать, то есть приходить и голосовать против, как учеба политической борьбы, классовой борьбы, то тогда да. Мы должны идти и голосовать против. А если именно хотим ждать, получить результат какой-то, это бесполезная задача, и мы никогда этого не получим. Да, еще вопрос. По поводу маленьких, больших побед. Здесь я вам готов возразить. Недавний пример. Шахтеры ЛНР, они в ситуации, когда ихняя республика фактически находится в осадном положении, добились от своего работодателя выплаты зарплаты, и фактически это была победа рабочих шахт в классовой борьбе со своим, со своей буржуазией, да. Поэтому маленькие победы, они у нас случаются, просто они у нас не освещаются в силу понятных обстоятельств. Вот. И второе возражение, что если власти, ну, как пользуясь уже, так сказать, имеющимся опытом, покажут, что проголосовало 70%, условно 70% за Конституцию, хотя на самом деле 70% будет против, банально подделают бюллетени, то тем самым они продемонстрируют народу, что вот вы пришли, поборолись, и у вас не получилось. Дальнейшая борьба будет бесполезна. Приходите голосовать, мы вас очень ждем. Ну, Паша, тебе вопросы будут задавать. Давай не перейдем уже, это уже не вопрос, выступление так он больше. Он же вопрос задал мне. Ну, это больше, мне кажется, выступление. Это скорее ответ. Да, ответ. Ну, это да. Давайте перейдем тогда к вопросу представителю РПР. Павлу Александровичу, кто? КПРФ, КРП? Хорошо, КРП. Давайте. У меня, Павел Александрович, у меня такой вопрос. Вот как вы считаете, ну, то, что РПР постоянно заботится о том, чтобы трудовые коллективы боролись за свои права, боролись за 6-часовой рабочий день, за достойную заработную плату, за сохранение рабочих мест и так далее. Но как-то не очень заметно то, что они выдвигают в своих требованиях политические лозунги. Как вы относитесь к тому, чтобы рабочий класс включал и политические лозунги, объявляя требования? Ну, здесь я не соглашусь, что политические лозунги не выдвигаются, потому что свержение капитализма и установление советской власти, я думаю, что это более чем политический лозунг и требование. В каждой забастовке они призывают свергать власть или что? Свержение власти у нас является уголовно наказуемым преступлением, поэтому призывать на забастовках и на митингах к этому, это значит нарушать закон и просто попасть в тюрьму. Ну и... Вот. А установление советской власти у нас не является нарушением законодательства действующего. Вот. И в силу того, что у нас сейчас не революционная ситуация, выдвигать подобные призывы к свержению власти, это просто подставить себя и дискредитировать само движение. А почему вы считаете, что... Установление советской власти, это, я считаю, что является политическим лозунгом и политическим требованием. Я не говорю, что обязательно призывать к свержению власти, а другие политические лозунги, они очень редко почему-то звучат. За демократию и мир во всем мире? Да. А? За демократию и мир во всем мире? За демократию. Ладно, то мы так к полемике перейдем. Есть еще вопросы? Ну так я же... Давай. Ну вот здесь было сказано о том, что вот вроде в ДНР там шахтер рабочие победили, как бы маленькая битва была выиграна. Вот, сказано было. Да. Вот и я хотел бы здесь
просто ну, напомнить, что иногда сражение выигрывается и случайно, и закономерно. Так вот, будьте любезны, мне ответьте. В ДНР это была случайная победа шахтеров? То есть все возможные случаи, которые вот совпали так в этот момент, позволило рабочим как раз и победить. Вот это маленькой победе. Но, как говорится, конечные результаты оказались плачевными. Как вот на это вы смотрите? Я считаю, что их победа была закономерна. Они добились... Ну, нет, эта цель была достигнута, но цель всегда достигается, когда условия достижения цели соответствуют. Так вот, какие же там были соответствия условия, которые позволили победить? Для того, чтобы сказать, что эта победа была не случайная, а закономерная. Откуда он знает, что... Не-не-не, ну а зачем тогда вопросы задает? А с другой стороны, тогда еще, так вот, крупные тогда я скажу. Вадим Николаевич, вопросы. Да, вот я и говорю. Ну, вот у вас больше вот... выступление уже. Нет, вот другой вопрос такой. Давай, пусть Павел ответит, а там уже... У нас, если нет, так сказать, борьбы, то и не будет победы в борьбе. Правильно. У них сложилась ситуация, что им не выплатили зарплату, им нужно было отстоять свое право жить, получить зарплату, кормить семьи. Они совершили ряд достаточно грамотных действий в организации забастовочной борьбы, в том числе с консультациями Рабочей партии России, и добились позитивного результата. Это вот маленькая победа в классовой борьбе. Она и есть. Хорошо, еще вопросы, да? Тогда пример, вопрос тогда да, другой. Вопрос. Пример, вот молдавская это, коммунистическая партия во главе с Ворониным, как лидером Компартии Молдавии, в 2001 по 2009 годы они победили по выборами. И они управляли капиталистическим государством. В пользу капиталистов. Капиталистическим государством. Вот это была, как она, случайная победа? Или же это действительно закономерная? Они доборолись, да. Но, когда победили, они ведь палец о палец не стукнули для того, чтобы уничтожить частную собственность Молдавской Республики. И именно пробыли всего до 2009 года. Это что является? Я думаю, что это мы были закономерная или случайная победа? Свидетелями такой же победы коммунистической партии, как и в Греции, как и... А в Греции не коммунистическая, а социалистическая. У них социалисты власти были. Периодически социалисты приходят к власти во Франции, у них был социалистический президент. Ну, здесь тогда вопрос, является ли это партия коммунистической, которая побеждает в буржуазных выборах и приходит к власти и руководит капиталистической страной в пользу класса капиталистов. Да. Являются ли они коммунистами? Да, скорее всего, нет. А суть не соответствует форме. Кто хочет задать вопрос? Давайте. Кому? Павел, да? Ага. А РПР считает теоретически, это самое, может ли КПРФ принять решение бойкотировать выборы? Нет уже. Теоретически, но я думаю, что это вопрос к КПРФ, а не к КПРФ. Нет, вот вы как оцениваете, могут они принять вот такое решение? Вы зовете, вы говорите, у нас скромные силы, их надо объединять. А могут ли они вашу позицию поддержать? Или в данном случае вы их поддержать? А принять такое решение они могут, но будут ли они последовательно следовать своему решению, это другой вопрос. А как вы это представляете, что Зюганов примет решение бойкотировать выборы? Что с ним завтра будет? КПРФ не сводится к одному Зюганову. Нет, это, ну, Зюганов, это самое... Понимаешь, лучше-то нам поддержать КПРФ. Вопрос. Товарищ, у нас вопросы, а не класс, выступления. Да. Еще есть у кого-то вопрос? Ну вот. Я не помню, а вот забыл. КРП, да? Да. Давай. Смотрите, есть ли смысл бойкотировать с учетом того, что у нас есть подвозы, есть онлайн-голосование, соответственно, они любой процент могут накрутить. То есть они могут написать там 70% пришло, 80% пришло, с учетом того, что у нас онлайн-голосование.
Есть ли смысл в бойкотировании? Есть. Есть смысл в борьбе. Смысл стоит в том, что борьба должна вестись независимо от того, существует голосование, существуют выборы, не существует. Борьба ведется за то, чтобы организовать рабочий класс, чтобы этот класс стал из класса в себе в класс для себя. Что это значит? Чтобы он осознал, что ничего не изменится, никакие выборы, никакие конституции при буржуазии ничего не изменят, пока он не организует свою власть. Например, советы, как было 100 лет назад, или другую какую-то власть, забаскомы во всей стране. И когда эти забаскомы или советы объявят, все, мы больше буржуазной власти, как было в 17 году в октябре Керенскому, не подчиняемся. Мы выполняем то, что нужно для трудящихся. А вот эту кампанию, когда есть возможность активно участвовать где-то там лозунгами, там листовками, газетами, там выступлениями, ее нужно активно использовать, раз активничает буржуазия, для того, чтобы убедить рабочий класс, давайте организовывайтесь, давайте создавайте свою власть, прекратим нафиг эту буржуазию. Вот поэтому... Еще вопрос, ну давай еще. А вы не думаете о том, что из-за бойкотирования, что вы просто не увеличите людей от пассивности? Почему пассивность? Тем самым, потому что люди не ходят на голосование, если им легче дома просидеть и все. И как бы тем самым, ну, они не двигаются, они не переходят, какую-то активность не проявляют, ничего. Соответственно, это больше как увеличение пассивности. Ну, лично мне это кажется, и некоторым людям. Нет, я так не считаю. Что это приведет пассивность людям. Я так не считаю. Еще вопросы? Ну хорошо, у меня вопрос к противнику. Кому именно? Так, ну да, мне вопрос к тем, кто призывает бойкотировать, в первую очередь Павлу, да, я так полагаю. И Вадиму Федоровичу, да? И прочное дополнение, которое предлагает. Нет, только вопросы, у нас только вопросы, без устали. Нет, ну просто это очень важно стратегически. Ладно, первое. Паш, ты можешь, ну извини, что на ты, но надеюсь, ничего, ничего страшного нет. Хорошо, ты можешь дать пример успешных бойкотов в истории человечества? Вот это прям глобально. Которые бы вообще, ну, были успешны. В 17-м году революция. Российской Федерации нет порога явки на данный момент. Это не то было, это не было. Нас вопрос еще раз повторяю. Да, Саша, извини, пожалуйста, расскажу одну фразу, это очень надо. Потому что 4 марта профильный комитет поддержал порядок вступления в силу изменений. Леша, у нас вопросы. У нас есть регламент вопросы? Нет, вопросы. Вопросы у нас. То, что вы говорите, что изменения приняты, они не приняты еще официально. Единственное, что скажу, я сяду. Изменения Конституции в Российской Федерации, предусмотренные статьей 1 настоящего закона, считаются одобренными, если за них проголосовало более половины граждан Российской Федерации, принявших участие в российском голосовании. Это цитата дословно. Недавно не приняли эту поправку. Проще говоря, то, что она принята, это не так. Я готов ответить на данный вопрос. Давай. Да, пожалуйста. Давай. Вот. Активные бойкоты мы видим сплошь и рядом в истории, достаточно открыть учебник по истории. Там они регулярно совершаются, когда народ не хочет участвовать в управлении властью и совершает восстание, совершает революции. Это 1917 год, 1905 год. Революция в Мексике и так далее. Буржуазные революции в том числе. Буржуазия не захотела участвовать в феодальной власти. Они устроили активный бойкот через буржуазную революцию. По поводу поправок. У нас по закону об изменениях Конституции есть, его нужно до конца читать, есть такое положение, что Конституция меняется с помощью референдума, когда более 50% голосует за. Да, это так. Но помимо этого, если у нас не... возможно, в силу каких-то причин устроить голосование, то у нас изменения в Конституцию вносятся через организованный, там, по-моему, то ли комитет называется, это Конституционный комитет, общественное как-то так. Соответственно, так как у нас закона об этом собрании нет, его полномочия перекладываются, угадайте, на что? На Государственную Думу, большинство в которой составляет Единая Россия. Поэтому Россия, в соответствии с действующим законодательством, может менять Конституцию хоть каждый день. Значит, и еще, значит, этой поправки дадут большие полномочия этому Совету Федерации, потому что, вот, Совету Федерации. И еще, ну, потому что обоим был вопрос. Да. И еще хороший пример активного бойкота, когда он дал хорошие результаты, это
Помните предпарламент, когда бойкотировали большевики, призвали народ, и его этот предпарламент в сентябре, в октябре, вернее, в октябре уже, видимо, да, 17-го года, дал большой всплеск активности трудящимся массам. Да, это вот один из примеров. Да, я вас понимаю, прекрасно, я принял. Леша, вопросы. Маленький, да, но это дополнительное, но... Вы правы, да, действительно, были успешны, но я имею в виду другие. Те бойкоты, в которых люди просто не приходят на выборы, когда они были успешны, хоть один раз? Просто, что это в современных условиях. Это вообще было хоть раз? Значит, давай я отвечу. Давай. Обыватель, который не представляет, что нужно сделать, чтобы добиться действительно перехода власти к организованным трудящимся, ему все равно придет, он не придет, он просто идет ради из интереса. А вдруг там что-то интересное? Он не думает, что что-то в его пользу изменится, понимаешь? Только сознательный трудящийся. А поэтому мы должны воспитывать сознание. Вот. И, то есть всеми способами. В том числе и даже бойкотом этим. Но его активно используют. Да. Можно вопрос сразу всем сторонам? Да? А почему бы не сойтись на таком варианте всем трем представителям сторон, чтобы испортить бюллетени, и, допустим, половина бюллетеней на голосовании будет порчены. Это не даст пустые будут бюллетени заполнить, кинуть, и покажет, что действительно население бойкотирует, активно, против, и вообще не хочет участвовать во всем этом безобразии. Саша, я тебе, я понял твою мысль, я тебе отвечу. Давай. Объявят то, что уже запланировано, что бы ты там не портил. Никто тебе правду не скажет никогда, что там в тех бюллетенях. Испортил ты, не испортил, голосовал, не голосовал, ну, просто пустое. Владимир Николаевич, мы услышали вашу позицию. Никто тебе правду не скажет. Владимир Николаевич. Я-то думаю, это точно, этот вопрос бы не возник, если бы здесь бы объяснили, что такое понимается под словом бойкот. Вот если это мы будем понимать, то таких вопросов они не возникнут ни у кого. Но я вот не услышал вот ни от того, ни другого, которые говорят о бойкоте. А вот что такое под ним понимается? Увы, может, ответите вы нам? Мы уже сколько раз ответили. Что такое бойкот? Да. Не участие ты в этом спектакле. Вадим Николаевич. Павел ответит на вопросы Александра, да. Потом там в заключительном слове будет возможность, они ответят, что они понимают. Бойкот – это отказ от участия организованного мероприятия. Ну, я так же сказал, не участие. То есть, если можно сказать, если я заболел, лежу в больнице, это есть бойкот. Я там не участвую. Почему? Ладно, товарищ, вернемся к вопросам. Курду принесу. Ну так нет. Для вас госуслуги. Энциклопедические слова читать надо. У нас только к участникам вопросы. Потом можете пойти спросить. По поводу участия, просто человек спросил. В 82-м году в Чили при Пиночете он решил увеличить срок правления президента с 4 до 6 лет. Было. И в 82-м году эти поправки провалились, референдум провалился. Они голосовали против или там... Товарищ, давайте не будем... Еще вопрос один, тоже ко всем. Подожди, сейчас закончу, да. Задавай вопрос. Вот была в 93-м году принята буржуазная конституция, какие статьи были изменены? Просто по категориям, чтобы понять, вот сейчас вот, да, есть категории, вот касаются управления, всего подряд. Давай я отвечу. Всем участникам дадешь вопрос. Основные статьи, которые касаются управления страной, это, во-первых, они обнуление президентства. Это сразу, что можно ему теперь выбираться еще. Ему уже 67 лет, так? Еще там раз до смерти. Это вот одно. Второе отличие, значит, то, что там стоит вопрос о создании Государственного Совета. Пока они его, значит, он стоит этот вопрос, но они его сначала хотели до обнуления сделать его, как бы, вот вместо этого, чтобы он возглавил Государственный Совет, Путин, так, чтобы не избирался, и ему отдать все полномочия. Ну, пока не ясно, что будет, но этот Государственный Совет будет что-то решать, так. Второе, значит, то, что президенту, согласно этих поправок, будет дано право 30 сенаторов назначать лично.
То есть не там, не где-то будут кого-то, а он сам будет назначать. Из них 7 человек пожизненно он будет иметь право назначать. Вот. Дальше. Он будет иметь право назначать всех прокуроров, начиная от генерального и кончая до районного. Тоже президенту. Это вот еще одно изменение. Да? Дальше. Значит, дается такое изменение по управлению, что то же самое с судьями, что и с прокурорами. Так? Что там еще? Ну, там международные, то, что законы, которые... Независимость от международных законов. Да, международные, это уже другой категория. Из управления, может, кто-то добавит, кто-то еще что. Ну, вот это вот то, что я помню из этих вот... Есть что добавить? Изменит систему управления в стране. Я бы хотел, как говорится, добавить, но перевернув это все. То есть, не что изменит, то новое добавляет, а именно... А именно вот что не хотят изменять. И это главное. Частная собственность. Во-первых, в этой конституции, там у нас управление государством состоит из 3 ветвей. Это законодательное, исполнительное и судебное. А над ними существует президентская власть. Так вот, в конституции... Вот нет, и не хотят этого рассматривать, то есть для всех это нормально и прекрасно, хорошо. Но нет, в Конституции, как бы добавить бы эти поправки, чтобы ограничить некоторые его полномочия. Ведь у нас президент ни за что не отвечает. Ведь он ничто, ни за что и ни перед кем. Он самовласть, он сам монарх, он все есть. И в Конституции этой нет ограничений и не будет. А наоборот, вот как тут сказали о том, что его еще больше расширяют ему возможностей. Ну это смешно. Это только в России такое может быть. Ну неужели мы, россияне, уж до того, что не можем этого понять? Ведь ему все это ради Путина и ради него, ради ему продлить. А все остальное это... Второстепенные, ну, товарищи, имейте в виду. Есть то, что дополнить? Есть еще вопросы? Вопросы из зала нет. Чего они так торопятся? Это кому вы вопрос задаете? Вообще-то, Владимир Николаевич, у вас есть какие-то такие предположения, что вот 1 июля мы проголосуем, а вот до сентября, вот они даже не хотят ждать до сентября, они что-нибудь нам бабахнут такое, что... Ну, в общем, я вот... Опасения какие-то. Я вот вообще-то тоже так думаю. Вот посмотрите, даже у нас соседняя страна Япония, она из-за коронавируса перенесла Олимпийские игры. Даже вопрос стоит, ну, летние, она же вопрос стоит о том, что не перенесут ли они еще и на будущий год. То есть заботятся... как бы о своем народе, чтобы не было вот этих общественных скоплений. У нас же, во что бы то ни стало, при коронавирусе, будем мы голосовать так, как есть. Ну и чтобы, как говорится, провести 1 июля. Может, вот с моей точки зрения... Потом. Владимир Федорович, почему? Сейчас ответите, вы добавите. Вопрос сразу возникает, почему? Да потому что в условиях коронавируса, когда люди будут по дому, приходите, проголосуют за вас, приходите, никто вас близко не будет видеть, паспорт на расстояние показывать, все. Ведь здесь легче подогнать результаты, которые нужно нынешним руководителям России. Вот. Ладно, Вадим Федорович хотел дополнить. Я хочу ответить на твой вопрос, Алексей Леонидович. Значит, почему торопится? Вот суть-то вопрос твой. Почему власть торопится? Власть торопится потому, что если сейчас это не провести, то нужно денег много потратить. Ведь они, смотри, сколько сейчас денег тратят. И там детям дают что-то там, и кому-то еще там дают, и там зарплату что-то обещают, там кому-то что-то выдают. А прибыль-то куда? И так за 3 месяца они 65 миллиардов наши олигархи себе добавили. Вот. А сейчас надо деньги трудящимся раздавать. Конечно, надо быстрее, чтобы потом уже ничего не давать. Когда все проголосуют, тогда уже можно ничего никому не давать. А сейчас идут большие расходы. И деньги приходится изымать у буржуев. Павел Александрович хотел дополнить. Да, я хотел дополнить, что у нас... После беспрецедентной поддержки президента на президентских выборах, как сам господин Путин выражался, у нас приняли пенсионную реформу на волне этой поддержки.
Да, если проведут вот это вот голосование за Конституцию с грандиозной победой, то вероятнее всего нас ожидают какие-то новые, очень непопулярные реформы. Да. Либо в силу разворачивающегося экономического кризиса, возможно, даже события более трагические. Так, есть еще вопросы? Тут есть сейчас еще озвучу вопрос, в WhatsApp поступил вопрос. Что будем делать после? Что, какие действия? Вот человек спрашивает, после того, как пройдет все это голосование. Можно ну, победа своего, да, символичного можно капитализма, отвечать? Да. Каждому из участников, давай. Делать будем все то же самое. Будить сознание трудящихся, осознание своего места в обществе. То же самое. Пока не организуем рабочий класс для взятия власти. Я считаю то же самое, что, как говорится, работа с трудящимися массами, это не только в праздники для буржуев, то есть когда проходит референдум, когда проходит голосование и так далее. И после праздников, ну в кавычках, конечно, и после праздников работать с населением по поводу внедрения в сознание масс социалистического сознания. Вот продолжать ежедневно, а не только на праздники, в кавычках. Я считаю, что Рабочая партия России как продолжала свою работу, так и будет продолжать свою работу. Мы не отводим рабочему классу роль безмолвной массовки. Мы за организацию, за самоорганизацию рабочего класса через организацию профсоюзов, через организацию забастовочной борьбы, решение своих локальных экономических проблем в первую очередь и вытекающую из нее общую политическую борьбу путем стачечной борьбы, путем организации рабочего класса. Тут поступил еще один вопрос на WhatsApp, я зачитаю, он очень длинный. Товарищ просит, чтобы озвучился. Не лучше ли изменить Конституцию и доверить президенту продолжить управлять страной через буржуазный класс, не расшатывая, не рисковать более-менее строением после 90-х внутренних управлением и настроением буржуазии во внешних политике, которая очень сильно зависит на завязана на Путине, через перебор подходящего лидера. Для буржуазной диктатуры, пока у нас не сформировалось осознание рабочего класса. Давайте по очереди, как всем. Не будет лучше, потому что все, что получит рабочий класс, он сможет получить только в результате борьбы. А если, значит, дозволить Путину, значит, продолжать грабить, то чем дальше, тем больше будут ущемлять интересы рабочего класса. Ну, я тоже думаю так, что Конституцию, хоть вы новую принимаете в условиях буржуазии, вот, она все равно направлена на эксплуатацию трудящихся масс. И поэтому, хотим мы или не хотим, если мы завтра примем новую Конституцию в буржуазных условиях, то через года 3-5 возникнет вопрос о новых, как говорится, поправках внесения в Конституции. Потому что законы буржуазии, они должны полностью отражаться в Конституции. Если их не будет в буржуазных условиях государства, то и улучшений никогда не будет. Действительно, здесь сказал предыдущий оратор, что только лишь если рабочий класс приведет наше общество к социалистической формации. Тогда наше государство, и тогда наши будут законы, и тогда наша будет конституция, которая будет работать в интересах трудящихся масс. Ну, тут я хотел дополнить, тут как раз вопрос говорит о том, что пока не сформирован сознание рабочего класса, не лучше ли будет? Именно вот на это и делается ставка. Вот сейчас как бы вопрос. Я еще раз говорю, если остается новое, то через 3-5 лет возникнет опять вопрос о дополнительных поправках в Конституцию. Это невозможно сегодня поступ принять, которая была бы в рабочих интересах. И все. Понял. Павел. Конституционные поправки – это изменение закона Конституции, конституционного закона. Любые законы у нас являются отражением в понятиях действующих, так сказать, условий.
и действующего порядка вещей. Эти изменения в Конституцию, это, они отражают всего лишь то, что наше буржуазное бытие, оно изменилось. И нашей буржуазии требуется формальное изменение в законах уже изменившегося бытия. Проголосуем мы за или против, это не имеет никакого значения. Мы уже живем в той реальности, которую они пытаются отразить законодательно. Если вдруг эти поправки не примут в силу каких-то обстоятельств, ну, это скорее фантастика. Хорошо. Есть вопросы еще? Давай. Само это событие, да, акт, принятие поправок в Конституцию, это же можно рассчитывать как акт общения между институтом власти и народом, да, всей страны. Публика, да. И, соответственно, вот вопрос, а что бы вы тогда ответили? Это, ну, то есть вам... ко всем участникам? Да. Давайте, на кто что, первый? На что ответить? Да давайте так же. Давайте. Я не понял, на что нужно ответить. Вот что бы вы ответили? Кому? Что? Ну, на, по поводу чего? Что само это событие, это акт общения. Ну и... Институтом власти. Да. И оно вот как бы говорит вам, вот мы вот так считаем, мы вот так думаем, и предлагает вот да или нет, и а я вообще в общем смысле, как бы вы ответили... Что значит это событие? Да, да? Владимир Федорович. Что это значит? Именно вот что бы вы ответили, как вы понимаете, вам поступил месседж, сообщение, да, как бы письмо такое, так, с неким вот смыслом. И как бы вы ответили на вопрос? Владимир Федорович, по очереди, Владимир Федорович. Я не понял смысла. Вот я и говорю, я хотел уточнить. То есть вы хотите услышать вопрос о том, что если вот это голосование рассматривать как связь власти с обществом народа, да, то ответьте, мол, нам. Эта связь будет крепкая или слабая? И насколько она будет крепкая, если крепкая? Вы этот, что ли, вопрос хочешь ответ услышать? Я хочу узнать, чтобы вы ответили на... Ну, чтобы вы написали бюллетень. Да, не только да и нет, а вообще. Чтобы вы ответили месседж. Ну, если бы меня заставили идти голосовать, то я бы бюллетень написал. Даешь советскую власть. Вот что я написал Владимир Николаевич, да. Я думаю, что это прямая единый ответ. Всех участников. Я думаю, что это был бы единый ответ от всех участников данных дебатов. Я тут думаю тоже за советскую власть. Да, тут вопрос один. Один, да. Я тоже ко всем участникам спросил три. У вас хороший вопрос в том, что, смотрите, вы все втроем утверждаете, что Конституция была принята буржуазией. Все хорошо, но вы не считаете, что проблема Конституции является то, что даже не мечтает, то, что она просто не работает, или просто не соблюдает. То есть в Конституции есть какие-то права, какие-то нормы, которые прописаны, но они просто не соблюдаются. И мне кажется, что вам это тоже какая-то из проблем. И даже если мы хорошую Конституцию примем, что она просто соблюдаться не будет. Можно я начну тогда отвечать? Да, дело в том, что всякая буржуазная конституция, она декларирует права, но в ней, в отличие от той, которая была советская конституция, нет подтверждения того, как будут фактически исполняться эти декларированные права. Там и свободы, там и все что угодно в буржуазных конституциях, не только в российской. Но нет, чем достигается то, что там декларировано. А вот если почитать советскую конституцию, там четко было написано, что право на медицинское обслуживание обеспечивается бесплатным медицинским обслуживанием, право на образование обеспечивается тем, тоже бесплатным образованием, обязательным образованием и так далее. Каждый пункт был чем-то подтвержден. А тут просто декларируется. Вот что я могу сказать по этому поводу. Ну, я хотел бы добавить в этом случае вот тем, что капиталистическое общество, как мы знаем, оно вообще жиздится на деньгах. Поэтому любая декларация в Конституции буржуазной, когда там оно говорит о том, что надо вот это делать, это, а потом говорят, а где взять деньги, чтобы сделать? Ну, а тут, как говорил, мы хорошо помним нашего Медведева.
Денег нет, но вы держитесь. Поэтому буржуазная конституция, она тут для простых трудящихся не подходит. Все, Павел, есть что дополнить? Да, у нас закон, это является волей правящего класса. Да. Поставлено в рамках обязательного исполнения неправящего класса, соответственно. Мы обязаны выполнять этот закон, они не обязаны, так как это их воля, они могут ее как исполнять, так и не исполнять. Что мы и видим. Декларировать можно все что угодно. Например, в Уголовном кодексе задекларировано, что убивать людей нельзя. Если мы откроем статистику, то мы видим, что убийство происходит. То же самое и с конституционными законами, и с любыми другими. Если закон нарушается, то значит закон действующий, потому что он разрешает какие-то противоречивые вопросы в обществе. А если закон не нарушается, например, мы можем задекларировать закон, что нельзя прыгать до Луны. Ну, кто сможет нарушить этот закон? Я хотел бы посмотреть на такого атлета. Еще вопрос. Ну, я так полагаю, у нас представлено только две точки зрения бойкотировать. Три. То есть кто-то предлагает голосовать за? Нет, там вот немножко немножко тоже. Можно за, можно против, можно бойкотировать. Спросить у трех докладчиков. Может быть, стоит проголосовать за, чтобы на волне народной поддержки как раз-таки наши властители ввели более людоедские законы, чтобы у народа как раз-таки пробудилось желание бороться с вот этой властью. Ну, такой пример уже был в жизни. Это как бы такое дело внедрил товарищ Гитлер. Помните такого, да? Он сделал все, чтобы... Тут я попал не товарищ, господин, он нам не товарищ. Да, он скорее господин. Сделал все, чтобы было всем плохо. И потом, конечно, народ его сверг. Но сколько? 27 миллионов только у нас погибло. Для того, чтобы восстановить справедливость. Может, не надо таких экспериментов проводить? Потому что всякие такие вот эксперименты, они приводят к тому, что жизнями приходится расплачиваться за такие эксперименты. Николаевич. Ну, я так думаю, тоже вот хотел. Это юмористическое, конечно, предложение, но вот на практике, как мы знаем, вот на Украине с Зеленским президентом, тоже юморист он. Что такое юморист, когда приводит вот такие действия? Мы видим, к чему это приводит. Ну, разве стоит у нас в России это делать? Я думаю, что здесь можно привести аналогию с рабовладением. Чтобы раб восстал, его нужно в два раза больше бить. Да. Я не хочу, чтобы меня в два раза больше били. Правильно. Еще вопросы? Давай. КПРФ. Смотрите, наша власть призывает сейчас активно голосовать. Мы видим ее в социальных сетях, видим на автобусах и так далее. То же самое КПРФ призывает на голосование. Вас именно призывает голосовать. Не говорит куда, говорит призывает. Вот. А как вы думаете, как человек, который не погружен в политику, видит это все? Ну, то есть его как бы и власть призывает, и КПРФ призывает. И как он его видит все? Это ко всем или к кому-то? КПРФ. Ну, что я хочу сказать. Вот здесь, когда говорят о том, что призывают КПРФ, тот, кто общается, кто интересуется деятельностью КПРФ, тот именно и пойдет выполнять те постановления, которые принимает высший орган КПРФ. Он обязан просто, это есть дисциплина партийная. Но вот здесь вот было сказано о том, что как же будут те, кто с КПРФ не слышит. Вот он должен пойти голосовать ведь. Вот когда он идет голосовать, но не так, как предлагает КПРФ, а сам по себе. И в этом случае ты говоришь, что он вне политики. Он вне политики КПРФ, а только. Но он в политике Единой России, ЛДПР и так далее. Нет человека вне политики в классовом обществе. Поэтому получается так, что он, если не КПРФовскую позицию берет, то он берет другую позицию какой-то политической партии. Я не понял, именно взгляд человека на... Не на куда-то идти, а именно взгляд, то, что вы вызвали, и власть вызвали. Он как бы человек, который с
со стороны, как люди на социальных сетях, большая часть видно, да и там люди разговаривают, что он вас как бы сравнивает вас, власть и которая творчит проблему. Как вы это все видите? Что, ты имеешь в виду, что и те просят, голосуйте, голосуйте. Но в этом случае власть говорит, идите голосуйте за, то есть КПРФ, она предлагает голосовать за 15 поправок, которые она именно предложила и которые были отклонены. В этом случае они проводят как бы свое партийное голосование внутри, как бы вот это, по вопросам только лишь отдельно и только лишь на базе вот этой партии. То есть к государственным она совсем не относится. Мало того, что Зюганов так и сказал о том, что если большинство выскажется за эти 15 поправок, которые выдвинула КПРФ, большинство выскажется, мы тогда имеем право поставить вопрос в Думе на проведение референдума по этим вопросам. Но вот так вот смешивать, что и те за, и эти за, на этих же 1 июля выборах, это совсем неправильно. И это не так понимается. Вот то, что люди так вот понимают, как бы, что и те, и другие, идите, мол, 1 числа на государственные вот эти избирательные участки и голосуйте, если только кто так понимает, то значит КПРФ плохо преподнесла вот эту информацию для общества. Еще вопросы? Да, у меня еще такой вопрос тоже, да, противникам, сторонникам бойкота, скажите, пожалуйста, что для вас есть именно активный бойкот в вашем понимании? Вот, спасибо. Ну кто? Я уже несколько раз об этом сказал. Да, активный бойкот – это воспитание у трудящихся социалистического сознания. Использовать вот эту кампанию в воспитании сознания. А там всяческая агитация? Там, да. Всяческая, всевозможная агитация на фоне вот этой агитации за голосование. А без бойкота нельзя голосовать? Вадим Николаевич, Павел, ответишь что-нибудь, дополнишь? Да, отвечу, что Рабочая партия России призывает не к бойкотированию данного голосования и не к участию в нем, а к организации рабочего движения, к организации профсоюзов и к забастовочной борьбе против класса буржуазии. Ладно, независимо от того, будет проходить это голосование или нет. Все, последний вопрос, и мы перейдем к нашему последнему этапу. Давай, Саша. Можно мой последний вопрос? Давай. Это скорее просьба, да, к выступающим сторонам, которые сейчас будут краткое слово давать. Можно в двух словах, чтобы каждая партия сказала, первое, что они хотят от этого голосования получить для себя, как для партии, для политической стороны, а с другой стороны, что власть этим добивается, да? Обнуление мы поняли, там, Путину 20 лет, до этого никто не мешал меняться там с Медведевыми местами, никто не мешал Совет Федерации утверждать, судей и всего остального. Никто это не мешал. В двух словах, все-таки, по вашему мнению, каждой партии, зачем это все было устроено? Ты это в отключении слова просишь? Да, вот, включение слова. Это вот, да. В двух словах, зачем? Ну, это мы уже перейдем, а не ответили. Тогда это не вопрос. Так нельзя. Это навязываешь ты нам свое мнение, чтобы мы высказали последние слова. Это не идет. Ну, это ладно. Тогда, если вопросы мы закругляем, потому что уже повторяться некоторые начали. Ну, все. Ладно. Прежде чем мы перейдем к заключению слова, я бы хотел кое-что высказать от себя, так сказать, раз есть такая возможность. И мы сегодняшний день все понимаем, что независимо от того, за бойкот мы или пойдем голосовать против, мы, по сути, поменять ситуацию не можем. Но есть такое интересное предложение у меня и у наших участников приморских марксистов. 1 июля, в день итогового голосования, прийти к администрации Приморского края, сейчас она называется правительство, взять с собой конституцию, свечку, зажечь свечку, поставить ее на входе вместе с конституцией в администрацию Приморского края. И тем самым выразить наш, так сказать, протест против того, что делает путинская олигархия. И показать, что нас таких много. То есть я предлагаю принять участие 1 июля, прийти к администрации Приморского края со свечкой и конституцией. И поставить их. И пусть власть увидит такой вот наш мирный протест. Теперь я даю заключительное слово, также по порядку, участнику РКРП Шаманаеву Вадиму Федоровичу. Давайте, Вадим Федорович.
коротко. Можно было бы ответить Александру, но я хочу о другом сказать, что мы свою позицию изложили. Тем, кто хочет поподробнее ознакомиться, я уже так раздал кое-кому листовочки, они еще там лежат, можете, кто не взял, посмотреть. Вот там две газеты, более подробно изложена позиция РКРП, можете тоже взять, почитать. Кто читать не любит газеты, так, можно войти в интернет, там на сайте rkrp-rpk.ru есть от 11 числа заявление «Нет фальшивому голосованию». Можете подробно познакомиться. И есть от 18 числа, там же, если там 11 числа текст тоже в интернете, значит, письменный, тоже читать не любят. А кто любит слушать, значит, 18 числа было выступление на этом же сайте первого секретаря Центрального комитета РКРП Степана Сергеевича Маленцова, где он тоже подробно изложил свою позицию по отношению к этому голосованию. Включите интернет, послушайте, что он там говорит. Там буквально 9 минут он всего говорит. Вот что я хотел сказать. Владимир Николаевич. Я хотел бы следующее вот отметить все-таки, что призывать вас идти на голосование и проголосовать против обнуления президентских сроков для господина Путина. Почему? Объясняю. Вот если вы помните, в 17 году Ленин сделал социалистическую революцию и строил он на социализм в нашей стране. Когда он умер, Сталин продолжил его дело. И он не отрекался от Ленина. В 91 году Ельцин тоже сделал контрреволюцию, и Путин продолжил его дело. Но в настоящее время Путин дистанцируется от Ельцина. Хотя для меня, так как и Ленин, Сталин – это братья-близнецы, так и Ельцин, Путин – это братья-близнецы по строительству капитализма в нашей стране. Именно поэтому вот я говорю о том, что в связи с тем, что сегодня мы видим во всем мире идет процесс скидывания памятников тем, кто когда-то нажился на эксплуатации человеческого труда. Те, кто эксплуатировал рабов. И отсюда получается о том, что именно сегодня весь мир не хочет жить в эксплуатации. А Путин как раз и продолжать хочет эти действия, но в этом случае Конституция должна быть более усилена в интересах власти для вот, жестокого режима. Это и 1 июля попросить людей сделать это. Я прошу вам отказать ему в этом. Все, Павел Александрович. Поправки следует считать тем, чем они и являются. А именно формой осуществления буржуазии в своей диктатуре, противопоставить которой рабочий класс может только сосредоточенную работу вокруг организации, вокруг создания своей партии, вокруг организации рабочего движения, вокруг организации профсоюзов, вокруг идеи советской организации жизни в условиях буржуазной диктатуры, работу по мобилизации. Все. Все, ну, все участники высказались. Всем спасибо. Я думаю, можно завершать.